Добро пожаловать на канал Hardware Z Info. Это устройство Samsung Galaxy Z Fold 2. Сейчас я покажу вам, как на этом девайсе выполнить сброс всех настроек, но не очищая личные данные. Итак, давайте включим максимальную яркость и приступим. Вначале входим в приложение настройки. Затем спускаемся в самый низ и нажимаем общие настройки. После этого сброс. И нажимаем «Сброс настроек». Удаляются настройки безопасности, языка, учетная запись, личные данные, а также настройки загруженных приложений. Нажимаем «Сброс». И ждем, пока телефон все сбросит. Ну что ж, ребята, вот и все. Так, спин-код сим-карты. Как вы видите, абсолютно все забросилось, но, допустим, личные данные, фотографии, программки не удалились. У меня не было и так много программ, но то, что было, то осталось. Что ж, ребят, спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Пока!